Ты до сих пор не играешь на Реле Ворот? Нет. Да ты просто тратишь жизнь впустую! Ведь у нас ты сможешь убивать игроков, парить в небесах, строить дома, кататься на машинах, играть в мини-игры, покупать вещи, заработать бабла, чтобы купить еще больше вещей. Все, что ты только сможешь представить, попробуй сам. IP на экране и в описании. А еще первые 10 чуваков, которые купят Властелина или Легенд, получат мою новую программку на взлом любого сервера и многое другое. Раунд. Били машину, вели себя неадекватно. А если я скажу, что это пранки? Я ютубер. Это был социальный эксперимент. Что? Давай, пранкуй тут. Нифига себе! Добрый день, я Ирина. Расскажите, как вы будете встречать свою девушку? Я, блин, я как встречу, я подбегу к ней, возьму на пороги, просто, блядь, в забор въебашу, блядь, ее. Что ты сказал? Тряси скорее смартфон, тряси смартфон, приготовил мегафон, персональные подарки, ты тряси смартфон. Получи гиги за шаги, гиги за шаги. Подними глаза, здесь вон какое в небесах. Подними глаза, здесь руки нежно гладятся. Крокодить я крокодил, крокожу, и буду крокодить я крокодил, крокожу, и буду крокодить я крокодил. 96 килограммов, вот выходит. Ох, какой коренастый американец. Здоровый, давай иди, говорит, он себя бьет. Какой-то боевик выходит. И с этой стороны, это Шамиль Гитинов из Туманинского района. Ох, как жестко вышел, он жестко вышел, Шамиль, настроенный на борьбу. Суки, блядь, забиты у вас. Шо, блядь, хотел у меня капусту спиздити? Я ей 3 роки вірю. Куда съебался? Зарядя у ментора, я твою морду запомнил. Шо вилупился, а? Думаешь, я вас не бачу? Як ви цієї ночі пиздили капусту? Шо ви, блядь, а не шейки скуї пиздя? Зараз подивимся. Пиздец, блядь. Спасибо огромное за просмотр данного видеоролика. Хочу вам сказать, что на этот видеоролик мы потратили очень много сил и времени. И если вам не сложно, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ибо я сейчас мечтаю набрать 600 тысяч подписчиков. Если вы подпишетесь, это вообще будет просто офигенно. Я вам буду очень сильно благодарен. И как только мы набираем 7 тысяч лайков, сразу же выходят новые приколы. Всем пока! Напишите в комментариях, какой вам прикол понравился больше всего. Покида. Ба.